Всем привет, друзья! Суббота. Дождя нет, солнца нет. Оффроуд должен быть сейчас. Посмотрим. Собирались ребята катнуть по песочку. Вот эти прекрасные места. Полиция тут регулярно стоит, непонятно, отдыхает, видно, тяжелой работы исполняют. Так, вот эти известные места. Вижу внедорожник, вижу сосну, вокруг которой был спецучасток. Туда на бэхе я не доеду, наверное. Если хорошо, правда, разогнаться, то можно, конечно, попробовать. Наверное, здесь ее оставим. Так, следы нашли пока. Красивые. Ох, елки. Там уже внедорожники, уже открыт капот. Классное место. Тут, конечно, ничего не скажешь. Катаюсь я не хочу. Саня, рад меня видеть. Я слышу, что ты рад, да? С камерой все, все есть. Вован, елки, какая машина модная? Чья это? Чья это, Вован? Привет, да подожди, там мотор, слышишь, там мотор углублен. Видел, как углублен? Там сверху еще этот самый 200 литров воды поместится. Да, да тут можно ветоля положить спокойно. Где он? Спортивная версия, заниженный центр тяжести. Да, я уже понял. Привет. Привет. Смотри, что они уже натворили. Пока мы, нас с тобой не было, смотри, что они уже натворили. Что, ДТП или что? Ну, конечно, уже оформляют. А, да, слышишь? А я видел, менты там стоят. О, ты с ними поговорил, нет? Это к вам едут? Тут три экипажа катаются, что-то и... Так, а как вы в ДТП попали, елки? Это ж... Так хоть надо стекла собрать. О! Ветель. Да. Привет. Привет. А где твой внедорожник? Ну, он стоит. Ух, красавчик. Спроси, где Чироки 4.2. Где Чироки 4.2? Бензин кончился, не доехал, ну бака. А что 4.2 не бывает Чироки? 5.2. А, 5.2. Ну, 5.2 не доехал. Видишь, а, тем более, да, не доехал. Он даже, видишь, 1 литр всосал, бензина не хватило. Одна Нива приехала, еще одна где-то здесь была. Сейчас. Только что Нива, я видел, ехала. Вот, приехало две Нивы и ни одного Чироки. Так а что теперь? Так вот, есть заменитель. Да не, ну это уже пока что... Все? Сломали или? Пошатался. Не, ну сломали? Сейчас они оформят, снимет фару и поедем дальше. А зачем тебе снимать? А она вывалится может. Вон что-то течет. Да нет. Бензин, да? А, бензин, да. Да нет, телефона искры не бывает. Елки. Что-то пошло не так. Какой-то сложный день сегодня, да? Может, предохранитель там? Предохранитель. Топливный насос под Джера 3.8. У меня нихуя не будет. Блин, слышишь, как раньше чинили машины и как сейчас, да, чинят, смотри, с телефонами все. Ну, давай выдаскиваем. 25 ампер. 5 чисто. А ну, подожди, подожди. Тут нарисовано по-другому. 2. Не, почему? 4.3 все правильно. Все правильно, да. Вот он, вот, вот. И пятый. Пятый этот самый, вот он, вот этот. Шестой, пятый? Да, да, да. У меня шестой и пятый написано. Ну, вытаскивай этот и посмотрим. Это должен быть где. А чья это машина? Это? Да. Ну как? Вована? Да. Блин, был у него нормальный Hyundai, слышишь, ездил как белый вот человек, это, не да. Застревал, не ломался, он да? Говорит, блокировка сзади работает. Да? Оно да. Ради выдернули. Да. 24-й, 15-й. Починил. А ну переключи на бензин. На газ переключи. На бензин, чтобы понимать, на бензине работает. А? А на бензин включил, то на бензине чихай. А, ну все, значит ему топлива не хватает. Не, ну он столько с топливного фильтра с этого еще тянет. Да, он потом не заведет, все правильно, это вот. Поехал на ремонт. Блин, помнишь, у тебя был нормальный кроссовер такой?
Вообще не было с ним проблем никаких. Ну давай. Мне кажется, ему будет сложно. Что это за пар такой? Да едь давай, пар. Зима на улице, пар. Слышь, так у нее серьезная проходимость. Конечно, это тебе не залог. Это тебе не Рубикон, блин. Конечно, да? А помнишь, гелик тут с 84-й попытки заехал? Ну, да. В этом же месте. А помнишь, тут хаммер вообще не заехал? На лебедке. Не, ну тот на хаммере вообще. Ох, елки, за что, поджигай. Сюжет, так поджигай, что, дурной поджигать, ты поджигай. Дай спички, спички дайте. Веталь, дай спички. Да не, давай, да он не сгорает. Давай, я поснимаю, иди зажигай, герой. Веталь, ты же не сгораемый, да ты не будешь, ты не умеешь снимать. Конечно, да. Бери 20 гривен. Выписали этот самый счет на ремонт Нивы. А, вот это на такой бумажке, да? То есть Нива не ломается все-таки. Сейчас мы ее сожжем. А ну покажи, что правда счет или дуешь? Я говорю, вон видишь, 200, давай. 1700, 2200. Все, сжигай. Давай, кидай быстрее, пока эти два блогера. Быстрее, потому что... О! Так это же не бензин вроде бы. Да. Это не бензин. Ты кто-то уписался в салоне, наверное. И цвет посмотри такой же. Да, это. Охрен его пойдем. Сейчас проверим. Вот. Немного бензина тут. Снайпер, не, ну. Тут все нормально, немного вытекло. Сейчас мы проводим эксперимент, юные пожарники. Что-то ты, по-моему. Что-то сильнее гореть начинает. Ты не бензином тушишь? Не, водой вроде. Да это спирт, наверное. Самован с дома выходил, налил туда себе самогонщика. Давай, по-пионерски. Срочно несите огнетушитель. Что-то такое огнетушитель. Теперь кидай туда бутылку, чтобы и она сгорела уже. Да, блин. Вот это сюжет закручен, слышишь? Уже не зря я ехал. Да не, нормально там текло. Вот сейчас приедет, будет тушить. А что, он пожарник? Вот, ну конечно. Да? Да. А так не похож. Не пожарник, а пожарный. Они за это обижаются. Да? Да, пожарник это тот, кто сгорел. Да. Я знал, что у нас дураков хватает. Да что так много, да? Да, ну что так много. Что слышишь? Нет, смотри, это звони, сто... Какой номер у пожарных? ВП 2 и 3, и потом пфф, а 4 100... не получается уже. Звони 101, елки, ты шо? Такая вот херня получается. Ты понял? Такой огнетушитель, чтобы быстрее машина сгорала, да? Ну, лень, протестировали огнетушитель, лень, он в шоке реально, слышишь? Не, ну там... Такое с Нивой могло быть, чувак. Это кидалово вообще какое-то. Бросай его туда тоже. А ты с чьей машины его достал? Я понимаю, а с этой, с Рубикона. Подожди, я тебе красивый кадр сделаю, а, типа. Давай. Не, вот смотри. Не знаю, отлично. Оно еще, да, оно еще бы разгорелось вроде больше. Еще, по-моему, она плавится, эта жидкость, да? Да не, нет, то бутылка. Это сухой спирт прессованный. А мне тушитель говно. Сюда надо мозаик. Что-то пошло не так. Ага. Так я тебе скажу, нормально это. Ну да, тебе текло. Нормально бензина тут вытекло. Ну да. Так а куда вот? Так обрал кто-то сосиски, нет? Мясо. Как раз вот тут жарить будем. Ты паштет привез сосиски? Паштет привез. Привез. Давай вот туда. Пытались меня сжечь, как бородач. Но бородач аккуратно, бумажечкой. Ну мы посмотрели, что у бородача в прошлый раз не получилось аккуратно. Ты видел это видео? Конечно, видел. Как он хотел меня сжечь. Ты еще скажи спасибо, что тебе подсечку не сделали, а то он сам. Я не ожидал, что ты. Да. А это ж ты его сколько, лет 8 возил, да? Думал, что ты в безопасности? Запродил, наверное. Да, Веталь. Или это с Нивой тебе продали? Он
Нет, а вниз с тобой вожу. Понял? Короче, такой огнетушитель надо запомнить, что если... Давай, неси твой выход. А вдруг такой же, так? При случае. Не, он сейчас дождется, потом он само потухнет. Потом придет, смотрите, говорит, какой должен быть огнетушитель, да? Не, мы когда остановились... Весной тут как-то было. Да, вообще вот так вот все залито. Все в воде было здесь, да? Вот это вся вода, что осталась. Тупо дожили. Не, ну классно тут так. Никто не ездит, правда. Блин, где же тут 5,2? Опа! Ты шо вообще? Не знаю, как... Едет, но не быстро. Не знаю, как покажет оффроуд, но отравит точно, да. Едет коротко, но не быстро. Привет, давай, твоя очередь унижать всех. Привет. Ух, блин! Вот смотри, там дырочка насквозь, видишь, в машине. Где? Вот уголовка. А, да. О, а там у него лянь. Слышишь, а у него нет даже ручек этих. Дым валит, смотри, из-под этого. Ух, блин, да. Слышь, а как ты окна открываешь? Ты же задохнешься нафиг. Локтем. Главное не останавливаться. А когда едешь, она вентиляция со всех сторон. А что не работают подъемники? А. Все, пока. Не, вот это мне нравится, слышишь? Сейчас я проеду потом. Блин, никогда на Ниве не ездил. Классно, она с гидроусилителем, друзья, вообще. Панель новая, почти. Двери, правда, как-то странно работают, но она немножко... Было тут с ней приключение, Серега как-то на стройке задним ходом решил сделать полицейский разворот, но на видео не попал этот сюжет. Ну, классно едет. Лучше, чем эти две. Ну, натяжечку. Вот это на вид очень простое место, но на самом деле оно не простое. Хватает тяги, не знаю, что за мотор стоит, может 1,7 даже. Работает. Скоро у меня такая будет конструкция. Натяжку не заехали, но тут я же говорю, тут и без натяжки не все заезжают. Бутылочки какие-то, там вот люди нас ждут. Что тут с температурой? Все норма. Добавляется участников. Короткий так смотрится. А вы? Что, пытался, да? Целился? Покушение было только что на американский автопром. Саня покажет. Заедет? Да. Красиво едет.
Не-не, ну там все могут, давай рядом. Да, красивая машина. Серега, стой! Серега, стой! Вот там, где Рубикон, давай заедь. Вот, левее. Я говорю, вот там, где сильно накопано. Я там... Не, он уже сравнял. Он уже сравнял только что. Он я только что проехал. Поставлю. Давай, давай, я верю в тебя. Куртку давай я подержу, чтобы легче машина была. Горячий парень, смотри, горячий, да? Так а что там? Привет. Там от коллектора ж тепло идет. Конечно. Не, ну машина ничего так едет. Пошел. Да не должен зайти. Чуть-чуть не хватило. А разгон надо взять нормальный. Да, с этого самого, с закругления троллейбуса надо брать. Глумятся, короче, опять. Да сейчас он заедет, я в него верю. Очень глубокий песок такой. Да не, ну это не то. Вот это серьезный разгон. Сейчас все получится. Сейчас все получится, я верю в него. Все! Все, Саня! Все, да. Зря потраченные деньги. Сколько? Разница с Рубиконом никакой практически. Вот это ты лоханулся, а мог взять зеленую Ниву. Да шо, все, ты лучший, шо. Шо тут скажешь? А шо с той дверью, что не открывается? Чтоб штурман не убежал, да? Нет, ну мы так точку брали. Я же без тормозов. А сейчас нету тормозов? Нет. Ну, еле-еле. Так, подожди, сейчас тут серьезная машина. По детской пока трассе, разминка. Колеса явно маленькие для такого большого кузова. Да, да, тут серьезный человек, смотри. Да нет, там это серьезный парень. Там без шуток. Да, да, тот плохое место не отправит. Бам. Слепой едет? Да. Как он нас нашел? Где-то тут и заходит. Слышишь, становится интересней. Посмотри. Не тудачка. Так сейчас слепой левей заедет. Смотри, что делает. Охренеть вообще. Короче, все продаем, саньонги покупаем. Как у слепого. Слушай, ее надо всю зашкурить, чтобы она ржавого цвета. Оно будет по-модному вот тогда. Да, да, как американцы. И там, в принципе, осталось уже немного доделать. Да не, но это уже... Да.
Вот вам и Нива стоковая. Она облегченная, конечно. Посмотрите, сколько счастья у человека. Вот здесь адреналинчик, да, пришел, да? Трясет еще, да? Коленки, ноги, руки, все дела. Представляешь, если бы ты по точкам на ней поехал? А что, я в Чернигове же ездил на ней по точкам. И что, взял? Ну, конечно. Так я не, в ТР-3, если б. 46 точек я взял из 60. Из ТР-3. Просто не успел. Все соревнования за год. Я потом кум. Саня, тебе нужна Нива, короче. Тебе нужна Нива. Нива? Да. Не, она плохо. Она ломается. Зачем? Не. Смотри, ездит. Где она ломается? Да, посмотри, куда она заезжает. Выключай камеру, выключай. Ну он два раза заехал уже туда. Ну я даже туда на Шишиге не заезжал. Говорит, головокружение от успеха прошло, да? Прошло и все. И уже не торт. И застреет уже, да? Выхлоп Евро 6. Красавчик. О! А, промахнулся. Не, это не наши методы. Не. Слышишь? А сколько он заправил газа сегодня просто, чтобы мы понимали, сколько мы тут часов. Не знаешь? Знаешь, в чем прикол? Прикол в том, что он как самолет, вот, который взлетел, и пока тот не выездит, он не сможет остановиться. У Сани версия про самолет, ну есть такое. Так, тут серьезная надпись РС на стойке. Я сразу и не понял. Саня, там РС написано на стойке. РС? Да. Мы-то не знали, что делать, да? Да, мы не знали, кого снимать. Да. Да не, ну пола. Запаску снять, и будет легче заходить. А, это ну... Это другой. А мы туда смотрим. Мы на Шилдик смотрим. Слышишь, Андрюха, я неделю монтирую видео. Подожди, я неделю монтирую видео и видел тебя на старте только. И больше потом никто тебя не видел. А куда он исчез? А куда ты исчез, Андрюха? А он на старте был, потом он. И потом домой? Да. Сломал, да? А что сломал? Генератор. На и все? Так ополуось, и все нормально. Фух, Слава, я уже что-то хочу позвонить и боюсь, понял? Пораздили все. Нормально? А, тут. Я проездом, я еду в Дубечню вообще. Думаю, дай с друзьями не по дороге, но заеду, поздороваюсь. Ну да, давай, заедь на пару горок. Пару сделаем, да? Давай, конечно. Заедешь или что? Этот жесткий. Слышишь, этот... Мне кажется, этот и на Матизе бы заехал, наверное. На Матизе он бы заехал. На Бэхе давай попробуем. Давай на Бэхе. Не, Бэ... Да не, просто метр разгона не хватило. Что ты объяву в продажу пишешь уже или что? Он что, он остановился? Телефон в руках, нет?
Да она заедет, не продавай. Говорит, что-то с температурой, потом говорит, я на бак смотрю. Ух, монстр бездорожья. Пока. Здесь девайсы. Ты посмотри, что делает, елки-палки. Не-не-не, перестануло. Но все равно гелик туда не доезжал вообще. Да, гелик справа не доезжал. Гелик нигде не доезжал. Да не, вот там гелик пробовал. Вроде да. В прошлый раз ты мучился. Вайт говорит, пусти колеса. Я говорю, дай это туда. Я все эти горки подпустился, все эти горки, короче. Налегке, конечно. Ну да. Да, в общем, оффроуд был сегодня не длинный. Бензобак успели пробить, покатались. Буду ехать. Всем пока, до встречи, подписывайтесь. Нива стоковая. Радует, конечно, как едет. Неплохо. До встречи.